этого тупого Я знаю, что ты дрочишь. Дениса Смирнова геймера. Ты что, дурак? Разнесу по фактам, почему нужно отписаться от этого или клоуна. Ну, скажем так, Денис Смирнов геймер, он клоун, который работает ДПСником. Будет 12-13 лет. Как Денис Смирнов геймер сказал то, что ему 13, но он ведет себя как клоун, которому 5 лет. Сейчас. А разрабы Денис Смирнов геймер. Ты глупый или что-то? То, что ты работаешь в ДПС. А я знаю, что ты дрочишь. Ну вот, ты же на вопрос. Ты работаешь ментом, типа. Жесткий разнос Дениса Смирнова геймера. Так. Почему надо отписаться Дениса Смирнова геймера? Обращаюсь к Диму Козину, к Игроленду и к остальным подписчикам Дениса Смирнова геймера. Ты что, дурак? Кроме тупого инвала Вадима. Отпишитесь от Дениса Смирнова геймера. Он оскорбляет людей. Он меня назвал матерным словом. Типа, ну это мат. Да, я тоже матерюсь. Но Денис Смирнов геймер меня обозвал матом. Когда я только сделал на него обращение, там не хейт. Я ему давал советы, типа, ну. Он меня оскорбил. Это, блядь, во-первых. Во-вторых, у него. Все, Денис Смирнова геймера. Отписывается от Дениса Смирнова геймера. Он плохо понимает аргументы, он не умеет снимать разоблачения, типа, и критику, и так далее. Поэтому, Денис Смирнов геймер, если ты смотришь ты чё, дурак? Это видео, то я не остановлюсь тебя хейтить. Ни в коем случае. Да, может, когда-то хейт приостановится, но я тебя не прекращу хейтить. Всем пока.